Друзья, добрый день. Показываю уже вам сегодня частично расчищенный участок. Находится он в городе Сочи. Это у нас Волконка. Вот я сейчас стою примерно на половине участка. И вот отсюда уже очень хорошо видно море. Вот большую грушу, вот эту я убирать не стал, потому что она мне очень нравится. И вот там вот, собственно, панорамный вид на море. Он идет вот из этой части уже участка, ну и, соответственно, из верхней, где у нас идет еще расчистка. Вот эти все кусты все будут убирать. Вот, друзья, здесь будет несколько участков. Планирую, что они будут по 5 соток. Соответственно, скоро мы будем делать дорогу. Дорога, скорее всего, пройдет. Сейчас я вам покажу. Вот с этой части. Вот здесь вот будет бетонный заезд. Вот сюда он пойдет. Вот. И здесь один участок будет там. Второй здесь. Третий вот здесь. Соответственно, четвертый. И верхушка. Пятые и шестые участки. Вот. В верхней части еще есть дополнительная земля, которую можно также использовать. Это один из самых красивых и видовых участков Волконки, который мне удалось видеть. А видел я здесь практически все. И у нас будет еще пару участков, мы их сейчас тоже подготавливаем. Они находятся вот в той части, это выше, соответственно, трассы. Есть участок вообще самый верхний, я его тоже купил, его в ближайшее время почистят. Там вообще прямой панорамный вид на море. Здесь прямой справа, а там вот прямо море. Ну, единственное, там отсюда дальше на километр, а здесь у нас до моря 200 км. Я сейчас как раз доеду до пляжа и сниму отдельный видеоролик, что себя представляет местный пляж и какая там есть инфраструктура. Поэтому, друзья, по этому участку можете уже звонить и делать бронирование, потому что продавать мы их будем с сентября, пока подготовим все, пока доделаем дорогу. Вот, торопиться не буду, потому что мне этот участок самому нравится. Я бы вот с удовольствием здесь вот себе построил дачку. Мне очень нравится вот эта груша. Прямо вот безумно нравится. Она такая раскидистая и хорошая. Ну и как вы видите, тут куча фруктовых деревьев. Вот там он внизу у нас инжир зреет. Шелковицу мы уже всю съели, собрали. Хурма, фихуа и так далее. Тут орешник, но орешник толку от него нет. Он не плодоносящий уже, поэтому мы его весь скосим. Потому что он тут уже сильно зарос. Так что, друзья, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте звонить. Мне очень нравится, когда вы звоните, и мы с вами общаемся вживую. Все, всех обнимаю, пока-пока.